Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Арсена, и как всегда у нас сегодня будет роллинг. Сейчас посмотрим. Силушки маловато, доната нет, аккаунт, то есть самики накопленные. Такой вот коллекционер, честно скажу, неплохой. Потому что можно получить вот эти вот карты и с них получить недостающего героя. Ледяной Феникс, в принципе, по сути, тут только восьмая блинка хорошая будет, но такое топовое. Ну, плюс есть акция на трату. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали. Смотреть, что на аккаунте есть, чего нету. О, тут надо будет нормально наролить. Валька, Бигфут, Одер. Ну, короче, полный набор. Так, Фрея, Анубис, Отер, Валька, Бигфут, Седна, Командора, ПБшка, Ворожай. В общем, дофига всего. Бугимен, кстати, у него есть. Так, откроем еще. Вот это заберем. 660. В общем, 50, почти 53 тысячи самов на бездонате. Нам надо по-любому заролить по максимуму, выбить какую-то имбу. Он без гильдия. Почему-то странно не качает. Поехали посмотрим. Как живут без доната? Ну, и капка уже качается в топ. Кин собрал. Афинка есть. Ну, в общем, как-то так. Ничего себе. Это мы уже пошли по второму кругу. Я думал, что пару этих. В общем, у нас полностью сейчас будет жесть. Я надеюсь. Так, ну, ниндзя у него есть. Неплохо было бы. Супер. Сейчас у нас половина самого уйдет на склад. Дед Мороз. Так, ну давай, рандомчик. Пора уже. Сердцеедка. Ну, у него будет панчбокс. Должен, по крайней мере, быть. Медузка. Так, ну-ка, что у него там на складе делается? Понятно все. Так, давайте так будет проще. Немножко места освободим. Надо у себя тоже чистку будет сделать. Такс. Вторые. А то сейчас куча насыпется героев. Девать их по сути некуда. Так, четверочка. Что странно, что они делают преобразование? Сохраняет же места. Так, окей. Фараон. Драка с ведьмой. Ну, такое себе. Череп. Паладин. Ну-ка, интересно, не посмотрел я. О, черепа выбили, супер. Отлично. Вот это радует, череп, в принципе, на его силе ему реально поможет. Ронин. Так, вернусь еще разок. А, Ронин у него есть, у него Ронин же с огненкой. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Варлок, ведьма, ну такое. Блин, ну, Асурик, супер. Валька, тоже хорошо. Седна, вот оно, поперло, ребят, пошла жара. Еще одна Валька, еще ПБшка. У, супер. Ну, че, поздравляю, теперь у тебя хоть есть хоть какие-то герои.
Медузка еще одна. Ну давайте до легенды пойдем в рейды. Я сказал до легенды. Тыква. Та-та-та. Ну, стрелок есть на такой силе. Блин, ну у него неплохие уже герои. Особенно боги, посмотрите, как он дамажит офигенно. Мне он нравится больше всего. Так, развалили там какого-то топа. Что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть еще разок сюда. Так. Череп однозначно, да. Асурик. Башка Сена. О, неплохо, неплохо. Сейчас бы нам какую-то имбу. Валька тоже есть, но надо еще кого-то вытащить. Прайку бы сюда, конечно, было бы неплохо. Но и так нам поперло. Опять же, я смотрю, эктоплазмы вообще практически не падают. Что за подстава? Так, ну смертушка есть, хранитель. Опять нам места не хватает. Ну ладно, мы никуда не денемся, надо докупать слоты. Так, рыцарь. Тесса, поздравляю, еще один недостающий. Неплохой теперь начальный аккаунт. Будет что ему качать в ближайших полгода. Так, студеный. Что у нас там вообще творится по студеным? Три штучки. Печалька. Медузка. Да. Еще один Асура. Жесть. Ну, опять же. То же самое. Так. Окей, поехали, пооткрываем. Ну, слизни не добрали. Рандомчик. Кому-то падает, кому-то нет. Так. Ну, понятно, у нас что-то осталось. Так, ну это мы сейчас исправим. Скинем на горгулу, на тыковку. О, ничего себе, сразу три недостающих. Фига себе. Наверное, ледяха этот и панчбокс. Ну, поздравляю. Качнули мы тебе жестко силушки, плюс 240. Так, открываем. Асура раз. Наша повторочка уже есть. ПБшка. Два. Седна три. Тесса 4. Так, Валька 5. Череп 6. Неплохо, я вам скажу. 6 героев. Так, что у нас там еще такого интересного? Гарпию мы не выбивали. Химка. Атлант, Тритон. Да, ворожая, кстати, нет. Вот это тоже. Так, сейчас Ару надо посмотреть. По-моему, тоже выбили. Ара, Одер. Что-то я на них не обратил внимания. Так, Ара тоже есть. Офигеть. Ну, неплохо. Вот на таких аккаунтах рулить хорошо. Так.
Варлоки у него есть. Да, вроде с такого, вроде все. Давайте еще заберем карты сейчас. Ну, такое себе. Ну, что могу сказать? И так, в принципе, отлично для такого аккаунта бездонатного. Блин, неплохие герои нам упали. Конечно, не упала нам там Фрея. Ее хотелось бы, наверное, очень, но... И так неплохо. Да, Ануса и Фреи не хватает очень. Ну, ворожай тоже, ворожая надо собирать. Ну что, поздравляю. В принципе, удачный роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.